Всем привет! Мы идем с дня рождения Альберта. Была веселая тут. Hi, guys. И Мин, поздоровайся с людьми. Сейчас уже где-то час дня. Это была мощная туса, конечно. Увидимся позже. Итак, небольшой мастер-класс по гелику. Нужно хорошо стоять в кадре. Прям взяли и стоим. Вы должны научиться медитировать в нем, есть, спать, жить, существовать, делать все, что угодно. Второй момент. Нужно держать ноги прямыми и широкими. Представьте, что ваши ноги шире швабры. Необходимо научиться махать ногами. Помахали одной, помахали другой. Вы встали в крак. Вам необходимо разогнать. Подучили вот этот разгон. Туда, обратно. Туда, обратно. Дальше вам необходимо махнуть правой ногой, если вы делаете гелик с правой руки. То есть встали на крак, размахнулись, махнули правой ногой и зашли на спину. Дальше вы уже машете левой ногой практически по полу, чтобы снова выйти в крак. Чтобы у вас получилось много оборотов, вам необходимо махать по очереди правой и левой ногой. И важный момент, когда вы выходите отсюда в крак, здесь немножко подкручиваете себя руками. Как бы руками толкаете пол в сторону. У вас должно получиться. Вот такая штука. Легал, Лиза, сколько ты занимаешься брейком? Я занимаюсь с октября, сейчас уже март, где-то 6 месяцев. За 6 месяцев? Неплохой результат. Прошло 2,5 недели моей сушки, все не удержалось. Слишком большие нагрузки. 2 мороженых, ролл, кофе. Бедная Настя, голодная. Она уже не может терпеть. Ей прости. Не надо терпеть. Ключевая фраза всегда. Не надо терпеть. И я с кофейком. Все. Кто-то будет толстый. Все круто. Ура! Помедленнее, я записываю. Я тебе платье принесу и штаны. Нет, у тебя так лучше получается. У меня завал на Фейсбуке. Опять снова не успеваю никому отвечать, не успеваю добавлять людей. Ситуация. Сейчас идет репетиция свадьбы. Я буду за. Мы здесь ждем. Мы сделаем.
сделаем танцевальный подарок. Да, будет весело. И увидимся на веселой тренировке. Да, и в третьем выпуске моего видеоблога. Кстати, туалетную бумагу уже принесли? Нет. Вот, еще авиа снимает так. Мы собрались сейчас в нашу брейк-туз. Fuck the police. Yeah, fuck the police. Он, значит, взял, включил конфорку, и вместо того, чтобы сковороду положить на эту нагревающуюся конфорку, положил крышку туда. Время. Значит, рукоять крышки расплавилась, утекла на конфорку. Че себе? Везде дым. Сквозь крышку. Я захожу, значит, получается. А он там на кухне лежит просто. На кухне. Дельфинчиком. Видеошка. Видеоблог. Видеоблож. А не видеоблог. Там вот сзади нас, короче, ГУМ и Красная площадь. Уа! А здесь у нас синяя площадь. Синяя. Нам не хватило, да. Вечеринки на сегодняшний день. Это видео. Красивый район. О, да, Машенька. Это видео блож. Мы приближаемся к месту назначения. Снимаю. Почему ты так поздно проснулся сегодня? Да все из-за видео блож. Из-за того, что мы вчера снимали жесткий материал. Мечту можно найти и можно потерять. Мечта делает нас другими. Нам нужны силы, чтобы достигнуть мечты. Мечта – это решение. Беру тебя, Таня. Беру тебя, Таня. Смотрите ее. Это меня. Законные жены. Законные жены. Чувак очень круто фигачит с мячом. Ой, беременный. У меня козырек специальный. Как это, как Смирнов. Ты видел, как Смирнов так делает? Да. Наш воскресный день подходит к той точке, когда мы идем на тренировку. Это точка невозврата наших мышц и физических сил. Видно, почему? Само селфи. Приглашаем на выставку робостанции. Дети до 3 лет бесплатно, подарок 10%. Вот мой любимый дом культуры ВДНХ. Мы танцевали, танцевали, наши ножки устали. И не только брейк. Да, устали. Все стили. All styles. Пойдемте спать. Это завершение моего дня. Тренировка на ВДНХ. У меня уже не было сил тренить после двух дней выступления подряд. Но весело и платье. Хотела новый выпуск сделать после ВДНХ джема, но материала собралось так много за эти полторы недели, что они как раз в целый выпуск уместились. Следующий выпуск ждите уже после ВДНХ джема, после 2 апреля будет новая мисс Со